теперь угловой с правого фланга. Сергей Веремко. Его бывшая команда Батэ сейчас жжет буквально в Лиге Чемпионов. Но, думаю, может быть, некую ностальгию Веремко и испытывает по тем прежним временам. Но здесь он нужен своей команде, а вот спасти ворота и не удалось. И «Волга» забила, и, вы знаете, я ни в коем случае не собираюсь говорить о том, что это каким-то образом случайно, нелогично. Нет, все ровным счетом наоборот. «Волга» наиграла, пожалуй, на этот гол своим старанием, своей активности. Ну, а забивает красиво все это исполнить. Да, это Белозеров, и помните, я говорил в первом тайме, что он весьма хорош в борьбе за верховые мячи. Причем я это говорил по итогам эпизода, где его как раз обыграли, причем это было в штрафной «Волге». Но тогда, что называется, пронесло, а вот сейчас Белозеров отличился уже у чужих ворот. 1-0 в пользу «Волги», и команда Гаджиева в очередной раз за 5 последних туров ведет в счете. Посмотрим, к чему это все в итоге придет, во что это выльется.